Приветик всем! Я сегодня пеку тортик. Хотела с вами поделиться. Крем делаю. Здесь основа как на крем-шарлот. То есть одно яйцо, 150 грамм молока, 200 грамм сахара. У меня здесь на 2 порции, то есть 2 яйца, 300 грамм молока и сахар. И потом я буду какао я не добавляю, масло немножко, совсем чуточку, там может 50-60 грамм в конце добавлю. И купила вот такую сырковую массу. Когда крем остынет, я хочу смешать с этой сырковой массой. Не знаю, делаю первый раз, как получится. У нас сливочный сыр купить вообще невозможно. Его не продают. Творожный сыр в пачечках очень редко бывает. И то нужно просить продавцов, чтобы заказали. А сырковую массу привозят часто. Попробую с ней смешать. Попробую, какой будет крем. Масло я покупаю вот такое в пергаментной бумаге. 72% жирности. Разные фирмы пробовала, но когда при взбивании они расслаиваются. А 82% у нас здесь не возят, никто не покупает. Газ можно немножко добавить. Сыночка, не стучи. Согрелась, скоро будет загущаться. Я забыла сказать, я добавила еще. Дай мне шоколадку. Сейчас дам. Только больше. Хорошо. Добавила одну ложечку крахмала. В рецептуре его нету, но так как сырковая масса у нас такая жиденькая. Сейчас дам. Сейчас крем сварю, потому что его бросать нельзя. Больше. Хорошо, больше дам. Вот на глазах начинает густеть крем. Нет, больше. И сахара я добавила не 400 грамм, как положено, на 2 порции, а только 200 грамм, потому что... Сейчас открою. Сырковая масса сладенькая. Сейчас я буду блать. Открывай. Только аккуратно. Вот такой густоты. Сейчас оно еще постоит. Кастрюлька с толстым дном. Отлично. А я не могу закрыть. Сейчас я открою. Сейчас закрою. Так, все. Ждем, пока остынет. Отлично. Вот добавила масло. И перемешиваю. Нужно было обслужить сына, потому что не успокоился. Вот. И желательно, если у кого есть балкон, кто живет в частном доме, сейчас холодно, можно вынести, пускай остынет. Если же на улице тепло, просто при комнатной температуре пускай остывает до полного остывания. Бисквитом постоять тоже нужно. Отдохнуть.
Крем остынет, и бисквиты настоятся. Желательно, конечно, бисквит оставлять на ночь. Минимум 6 часов. Но бывает, что только остынет и разрезаю. Все, ждем. Итак, я брала сырковую массу со вкусом киви. Ну, это на погоду не влияет. Так, крем наш остыл. Вот такой он гладенький, однородный получается. Я половинку добавлю, а половинку я хочу потом попробовать с маслом. Просто как крем-чиз сделать. Хорошо разминаю. Естественно, таким кремом украшать не годится. Это на внутренний слой, на прослойку. Вот густота не поменялась. Крем получается. Будем украшать. Сначала соберем тортик, а потом украсим. Так, я сделаю два отдельных видео. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока.